Химкинские набережные патрулируют на предмет незаконного разжигания костров и распития спиртных напитков. На машинах и катерах сотрудники службы «Химспас» совершают рейды вдоль берега канала имени Москвы. Не секрет, что в выходные и праздничные дни среди отдыхающих могут находиться люди в нетрезвом состоянии. Именно поэтому службы городского округа занимаются постоянным патрулированием мест отдыха. Лиц в нетрезвом виде просят удалиться, а разожженные костры немедленно потушить. Как правило, большинство нарушителей долго убеждать не приходится, однако в случае отказа их незамедлительно доставят в дежурную часть, где возбудят дело об административном правонарушении.